Привет, меня зовут Ярослава, мне 14 лет, и я приехала из города Иваново. Я приехала по программе «Весенние каникулы в Праге» от компании MSM на 10 дней. Программа очень насыщенная, свободного времени почти нет, поэтому это очень увлекательно находиться здесь, в такой компании. Каждый день мы посещали школу, либо утром, либо после обеда. Соответственно, в другое время мы ездили на экскурсии. Например, в известные вузы Чехии, затем в Дрезден, где мы сейчас находимся в Германии, в зоопарк. Были пешеходные, очень интересные прогулки по Праге. Завтра мы поедем в Карлову Вару. Надеемся, это будет очень интересно. Здесь очень интересно. Ребят, приезжайте, всем рекомендую.